Ребятулики и девчули, я всех приветствую на своем канале, а у нас мегафайт покупки. Сегодня я отдыхаю в Днепре и зашел по немцам, выступил на барахолке. Близко не буду приближать, здесь есть свастика. Вот, что удалось купить? Ну давайте по порядочку, потом по ценам. Это уникальная печать из бронзы-латунь, поднята на окопах. Вот. Дальше немецкий колышек палатный, алюминиевый, с клеймами. Это очень важно, очень круто, вообще крутой, просто крутой. Дальше у нас десертные ложки, чайные, ложка из латуни, тоже со свастикой, тоже с немецкой. Обалденно. Ну и, конечно, любимый ножик, это белочка. Очень редко встречается, крайне редко. Вот. Ну, давайте по ценам. Очень смешные цены. Значит, за печать я отдал 250, колышек 100 гривен. Все ложки по 250 гривен. Просто я же говорю, не хочу показывать там немецкие аббревиатуры, чайные и десертные ложки или столовые, как правильно. И белочка мне вышла 140 гривен, там дедушка стоял, я уже не хотел, скажем так, торговаться. Короче, вот так вот. Белочка вообще в идеальнейшем состоянии, жарища сегодня. Ну вот так, мои хорошие. У нас есть обучение по антиквариату, нумизматике, коммерческие уроки, уроки по бонам, пиар ваших девственных каналов. С вами король нумизматики, бог антиквариата, император всех бон, голден бой, миллионер, перекупщик. Ставьте лайкосы, друзья.